Всем здорова, ребятки, с вами Фабиан, и мы будем играть сегодня с вами снова в 35 миллиметров, которую вы так не смотрите. Я, честно говоря, не помню, на чем мы остановились в прошлый раз. Мы там что-то лазим, все еще убегаем от этих чуваков. Вот, и что-то такое, правда, не помню, что там было в последний раз. Поэтому, ну, давайте сейчас заодно вспомним и продолжим, посмотрим, что будет дальше. Похерачили. Глава называется «Опасность». Так, фонарь. Опасность есть? Опасность здесь или нет? А, мы с вами, да, все еще вот здесь. Мы открыли проход. Там, где... Что это? Что у нас так под... Что это вообще такое? Короче, открыли с вами странный проход. Это как вообще? Я сдохла? Я сдохла, походу. Да. Открыли, короче, странный проход, который находился внутри метро, и мы... Вытачивали детальку для того, чтобы там какие-то ворота, короче, открылись. Ага, здесь была лестница, да, все это время? Понятно. Здорово. Что за жесть? А, я думала, я опять сдохла. А они тут нам сценку дают. Хорошо. А что вот это, простите, за окно? Откуда свет поступает? А? Откуда свет может поступать? Интересные вы, ребята. И трава там откуда растет, там слишком темно для этого. Не будет там ничего расти, на бетоне особенно. Так, что-то, смотрите, опасно как-то. У него ноздри расширены, это значит опасность. А, ну да, глава же называется «Опасность», справедливо. Так, трупанчик, здрасте. Ой, у него, кажется, кишочка, да, выпала? Смотрите, какая прелесть. Это у него оружие или что за говно? Ну, кишочка выпала в любом случае. Я бы взяла кишочку... Как это? Колесо! Ты же можешь из кишочки сделать нунчаки! По-моему, не понравилась эта идея. Он, ему как-то по душе огнестрел. Ну ладно. Нет, так нет. Волки, собаки, что? Это тот чувак, наверное, который от собак оборонялся. Помните? В записке было написано. Что-то такое. Это типа собака, это типа волк, да? Или что это? Это типа волк. Неправильно. Что это вообще такое? Ну, в принципе, похоже на собак. Ёб твою мать. И где они? Извини, пожалуйста. Прости, собанечка. Прости, пожалуйста, извини меня. А, патронов нет, понятно. Все, меня закосили. Я должна, видимо, каким-то образом за определенное количество патронов убить собак. Ну, блин, что если я не хочу убивать собак, например? О-о-о! Можно лезть? А, мне надо... А как лезть-то? Е, по-моему, да, лезть по лестнице? Я тупая и... Все плохо. Так, вон еще одна собака. У меня на нее, наверное, патронов-то и не хватит, да? Так, она испугалась, но я ее убить не смогла. Пожалуйста! Дебил! Топор! Нет! Топор здесь не помощник, ясно. Видимо, придется убивать всех, чтобы потом каким-то образом залезть. Просто дикий бред, я не знаю, как это сделать. Говно какое-то тупое. Собак, блин, я должна убивать. А еще чего? Ничего больше не хотите, нет? Помимо, блин, убийства собак. Уёбки. Так, тихо, шавки. Спокойно. По-моему, я всех перебила. А может и нет. Знаю я об этом, видимо, только... Стоп, что это за дырка? Сюда могу? Нет. Да, походу, я завалила всех. Удивительно, как у меня хватило патронов, я вообще не понимаю. Это, по-моему, тупо случайность была. Если я сейчас не смогу сюда залезть, это будет просто жесть. А, ну конечно, я могу. Просто пока все собаки, блин, не сдохли, он вот мудил этот, чтобы, блядь, залезть наверх, он вот так вот стоит по полдня и так... Сволочь тупая. Господи, я не могу, он ужасный. Чё ты вообще там такое делал? Ты урод, ты только что кучу собак убил. Чмо позорное. Лучше бы мы сожрали тебя, мудофил. Что ты хочешь, чтобы ты стал, ублюдок? Вообще он мне теперь не нравится, как говноед какой-то.
тупой. Мудила, не могу. Что за музыка-то началась? Лезь в дудку. Давай, Марьяна, не страмись, ублюдок. Боже, ну как он меня раздражает. Вот прям стал бесить меня, знаете, вот... Просто жесть. По полчаса постоять, посмотреть тупо на лестницу. Это так интересно, такой... О, как здорово. Перекладины, вы такие классные. Ой, это что, охотный ряд какой-то, да? Прикол. А где собака, которую надо нос стереть? Или это не охотный ряд? Я не знаю, как называется эта станция, извините. Но я знаю, что на этой станции собака, которой все нос трут. Я не езжу на метро, к счастью. Довольно жутко это выглядит, когда все пусто. Неприятненько так, да? Прям... Ну что это такое? Какая-то у него, мне кажется, рука маловатая. А вот эта собака, вот она, та самая собака, которой все трут нас. Он у нее такой супер блестящий. Что за звук? Не, не начинай. О, нет, пожалуйста. О, там два рожка, кстати, валяются. Он такой... Чё? Что такое? Собака ушла? Или чё вообще не так? Что-то они такие, как живут, короче. Ёб твою мать. Ой, блин. Это, кажется, я не очень удачно зашла. Здрасте. Чё за жесть вообще началась? Какая-то книжка была, вот типа того, жуткая. Или фильм, я не помню, вот что-то было там вроде этого. Что-то столь же ужасное. Господи, чё за ужасы вообще? Чё вы мне показываете? Как кошмар. Так, они все таки послезали. Здрастите. Что мы должны делать дальше? А куда они все идут? К нам, да? Что-то мне кажется, что да. Да? Так. Ага. Мы не можем подбирать, да? А чё в них стрелять? Есть вообще какой-то смысл? Я сомневаюсь, что есть смысл стрелять в них. Правда. А смотрите, они могут снести ограждение? Походу не... Ёптать! Они меня окружают, тут собака! Я не знаю реально, куда мне бежать. Так, здрасте. Извините. Я вас немножко потревожу. Так, куда нам бежать? Я не знаю. А мы не можем как-то граммофон заглушить, чтобы... Логично, да? Чтобы он не играл и... Что? Что это такое? Ей же насрать наверняка! Нет, ей не насрать! Ой! Ой! Мне плохо, по-моему. Да, все, да? А что такое-то? А все, у меня патроны закончились. Лол! Ой, это было так стрёмно. Надо попробовать, может, мы можем его выключить? Так, пластинка не ломается, ясно. Можно и не пытаться было, я так думаю. Собака бежит. Собаку, наверное, стоит убить сейчас. Ведь она крадется, падла. Приляг, пожалуйста, спасибо. Ой, они все вылезли отсюда, я не могу. Опаньки, зарядили. А, нет, не зарядили, почему? Релоуд. А, вот, релоуд теперь работает, все, понятно. Окей, смотрите, так, вот этот один. Тёлка, иди сюда. И поближе. Ёпт! Как интересно. Так, собаку сейчас давайте от себя отбросим куда-нибудь. Так, можно как-то их? Оп! Так, я смотрю, у них мужик помощнее оказывается, да? Что это? Говно какое-то.
чё, у меня не настолько много патронов, ребята, вы знаете? Вы пока за мной будете ходить, это будет, короче, очень сложно. Мне кажется, нам с вами не по пути, подождите. Ну чё вы такие терпеливые, блин? Нам надо искать патроны. Где их взять, я вот правда без понятия. Так, ещё патронки. Отлично. Один. И всё, больше нету? Говно ты сраное, ладно. Ну, блин, это как-то жёстко. Смотрите, сколько их и сколько у меня патронков. Так, вот этого надо убить с ружьем. Первым делом надо убивать тех, у кого ружье. Все, я поняла. Сейчас я бегу грамотно все это дерьмо. Все, 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 сейчас попробуем. Так, кто-нибудь с ружьем сюда идите. Ага, вот этот. Он его уронил, оно упало у него сквозь землю. Вот это провал. Ах, мать. Оно провалилось. Текстуры ушло. Сволочь. Так, рюкзак. А! Смотрите, интересненько. Так, а это чей рюкзак, интересно знать. Ладно, чей рюкзак. Хорошо. Так. Ложись. Ложись. Ой-ой-ой. Так, отходим, ищем еще что-нибудь, типа рюкзака. Чего никто не забывает на станции патроны? Ой, блин, у меня было еще, да, чуть-чуть, тупая дура. Так, вот это что? Опа, рюкзачок. Больше нету, да, говно? Один рожок. Ладно, один, это лучше, чем ничего. Сейчас давайте еще немножко пройдем, только здесь что-то осталось. Оп, еще один. Хорошо. Так. Ну, допустим, где-то двоих. Так, еще один. Мы сможем вальнуть, может быть. Давай, релоу. Так. Так, так, так. Тут пройдемся на всякий случай. Ничего нет. Музычка еще такая, знаете, как в советских, короче, мультиках каких-нибудь. Когда там что-нибудь такое невероятно напряженное происходит. Идите в жопу отсюда. Смотрите, они не могут. Они только спускаться могут по этим фигулинам. Спускаются, что? Так, надо как-то те отходы себе придумать. Давайте нахрен. Все? Готовы? Дети, блин. Уроды. Еще есть кто-нибудь? Желающие? Нет? Нет желающих больше? Ты точно? Можно это уже выключить как-нибудь, я не знаю. Взорвать бы хорошо. О, что это? Что это? Здрасте. А, ты... А, как ты крови-то столько потерял, дебил? А, его просто перекрыло. А, он просто на самом деле выполз на станцию, ничего там не было, они все вон на местах сидят, и его просто накрыло жестко. Сногсшибательное дерьмо. Так, и что дальше? Так, и где это мы у нас? На эскалаторе, что ли? А, ты типа поднялся. О, как интересно. Невероятно. Ладно. Дверь закрыта. Сундук. Нет, сундук я не хочу пока брать. А, их и нельзя брать, кстати говоря. А, все можем делать обратно. Еда и аптечку давайте две закавываем. А то что-то не очень хорошо видно. Все, фигня. Что это такое за вырезка? А мы, жалко, не можем почитать. Блин, интересно, у нас остался ствол? А, да, остался, кстати. Нормально. Стоит на пятерке, если что. Вы знаете, это на самом деле меня не очень радует, что он остался. Потому что если он остался, значит, он нам еще понадобится. Ого, ничего себе! Ничего себе! Все цветное, тут люди! Алло, что за хрень? Смотрите! Машины! Здорово, пацаны. Вы видите? Они живые. Вполне. Так, обмен валюты. Вы еще кто? Здрасте. Я вас где-то видела, правда. Я вот это все где-то видела, но я не знаю где. Вс
все такое цветное, посмотрите, трава прям зеленая. И кусты не шуршат. О, что может быть чудеснее не шуршащих кустов? Блин, это прекрасно, ребят, смотрите. Классно. Так, а куда нам нужно? О, вот сюда. Так, здесь, смотрите, свечки. Противогаз, та-та-та. Эта дверь закрыта. Птички поют, солнышко светит. О, как здорово-то, слышь? О, охренительно. Так, тут трупак. Привет. О. По городу все шныряют, как черти. Каждый пытается вынести из квартир столько, сколько сможет, что нужно и не нужно. Следует быть очень осторожным. Народ меняется на глазах под угрозой смерти. Доверять не стоит никому. Забаррикадировал двери, окна забил. Может, и не сунется никто. Пережду пока здесь, а потом двинусь за город. Там, говорят, попроще и люди поспокойнее. Ну, ты знаешь, чувак, мы как бы попали сюда на машине с какими-то гопниками, которые вообще собирались нас убить. Вот. И да, это было за городом. Поэтому ничего тебе не могу сказать по поводу безопасности за городом. Как бы... Ай, здрасте, я тебя только что включил, ты не включился. Нормально себя ощущаешь? Сраный телевизор. О, кухня. Как приятно сделано вот это... Отвалившаяся плитка. О, это так вот прям... Настолько колоритно, слушайте, охренительно. Вот, молодец, спасибо, чувак. Ты прям... Сделал атмосферку этой игры. Это прям вот кайф. Так, смотрите, вот сюда мы сможем зайти? Дом? Чё? Дом кофе. Ой, это выглядит как кофе-хаус. А, ну да, логично. Тупая дура, блин. Провал. Какое тупое? Вот это... Я в шоке сейчас. Такое... Дом кофе? Как будто кофе-хаус. Ёб! Вот это... Ёб твою мать! Я аж подпрыгнула! Ты кто? Проваливай отсюда! Слышите, провалю сейчас. Говно! Говно собачье! Ну иди сюда, засрать с водючей. О, я, кажется, пришла туда, куда нужно, да? Неприятный, по-моему, был звук. Это... Люди, помогите! А чё? Ну опять, ну... Какое-то говно случилось! Пожалуйста, моей сестре плохо! Само собой! Ага, мы сейчас такие поможем, а нас на самом деле там завалят или какое-нибудь еще говно будет в этом духе. Да сучка, наверное, заманивает нас. Что случилось? Сюда! Да точно, я вам говорю. И сейчас, короче... Во, я же говорю, смотрите, как я угадала. Вот это да. Я не сомневалась, что так и будет. Это вот, я говорю, вот... Когда ты долго живешь в России, то ты, в принципе, знаешь все эти схемки и такой... Что же сейчас будет? Удивительно, вот это да. Как так? Она заманила нас. О-о-о. Это удивительно. Сейчас мы таки валяемся, и нас, наверное, этот найдет. Телега, да? Или никто не найдет. Мы ничего не можем делать, да? Так, короче, мы умираем. Ага. Я думаю, мы на этом остановимся. Вот, пока мы не сдохли вроде еще, тормознем. Не знаю, кстати, сколько там осталось до конца игры. Может быть, еще до хрена, а может быть, там уже 5 минуточек. И если вдруг 5 минуточек, то я, ну, эти 5 минуточек сниму потом в следующий раз. Вот, и, в общем, если это видео понравилось, то лайк обязательно, подписочка на каналчик, палочка в группочку ВКонтактечке. А, насрать, я тупая, извините. В общем, все, всем спасибо большое, что посмотрели этот видос. С вами была Фабиан, счастливо.